Друзья, всем привет! Меня зовут Татьяна, вы на канале Егуби Фелтинг. Очень часто в своих изделиях я использую молнию в качестве застежки. И сегодня будет небольшое видео о том, как укоротить металлическую молнию. Приятного просмотра! Итак, у меня есть вот такой металлический замок. И он длиннее, чем мое изделие. И вот эту часть мы сейчас с вами будем укорачивать. Для начала отмечаем, где у нас должен точно заканчиваться наш замок. Обязательно ровно совмещаем наши полочки или ту часть, которую вы будете вставлять замок. Отмечаем то место на замке, докуда нужно его укоротить. Вот они, небольшие штришочки. И сейчас покажу, что будем делать дальше. Для начала отрезаем с запасом где-то сантиметра 4. Излишки нашего замка. Так, вот она моя молния. И теперь зажимаю зубчики плоскогубцами, крепко держу замок и выдергиваю зубцы. Такое не совсем эстетичное действие. Крепко зажимаю, держу замок и выдергиваю. Как вы видите, с лентой ничего не происходит. У меня молния итальянская, очень качественная, поэтому здесь я могу эту процедуру сделать. Надеюсь, что ваша лента, вот эта основная, тоже сделана качественно, и при удалении зубцов у вас тоже ничто не пострадает. Точно так же удаляю зубчики с другой стороны. Вот мы освободили место, и теперь нам нужно поставить обратно на место вот эти вот наши закрепки. Но перед этим надо их, конечно же, тоже снять. Чтобы вот этот стоп было снять как можно легче, отрезаем под самый край нашу ленту тканевую. Вновь берем плоскогубцы и стаскиваем. Вот так. Воспользуюсь вот таким вот шилом. Так. Просто вставляю его между зубчиков. И молоточком немножко постукиваю. Так. И вновь попробую одеть свои. Вот так. Вот. Прекрасно встал. Одеваю один столб. Одеваю второй столб. Вот, одела ограничители.
Еще раз проверяем, чтобы все было красиво, ровно. Вот так будет закрываться молния. И теперь этими же маленькими плоскогубчиками нужно хорошенько-хорошенько их прижать, чтобы они никуда не девались. Один прижала. И второй. Проверяем, никуда ли они не сползают. Проверяю. Молния никуда не убегает. Теперь она готова к втачиванию. Приступаем к втачиванию.